на канале «Россия-1» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Под одной крышей», выход которой ожидается 19 ноября. В центре сюжета сериала привыкшие перебиваться заработками и потомственные водители маршруток Слезкины. На их долю выпадает испытание большими деньгами после того, как они получают жилье в одном из престижных районов. Переехав в новую квартиру, они тут же чувствуют на себе взгляды соседей и классовую неприязнь. Их соседи – семья миллионеров Котловых в лице главы семейства Сергея, его тещи Тамары Павловны и супруги Екатерины. Богачи не намерены мириться и терпеть своих новых соседей низшего сословия. Постепенно конфликт глав семейств и злобных взглядов и колкостей перерастает в войну местного масштаба. На этом фоне их дети Арсений Котлов и Рита Слезкина начинают встречаться и даже влюбляются. Но как долго может прожить такая любовь и сможет ли она устоять перед семейной враждой? Главные роли в сериале исполнят Сергей Паршин, Алексей Колган, Тамара Акулова, Наталья Вдовина и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Под одной крышей» состоится 19 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.